Всем привет! Сегодня с вами мы разберем полностью рабочий зеленый лазерный модуль. Честно говоря, не знаю какой мощности, нигде ничего не написано. От лазерного проектора Посейдон. Ну, оттуда его вытащил. То есть вот такой вот бочонок. Самое, нигде никаких надписей нету. Чего он, сколько, чего там. Ничего, что. Ну, давайте я вам покажу, конечно, первое, как он работает. Вот, кстати, светит. Кстати, светит довольно-таки пока что еще нормально. Руку немного греет. Прям вообще вот едва даже греет. Довольно-таки пока что еще яркий. Давайте его выключим. И посмотрим, что там внутри. Мне тоже интересно. Решил я, как говорится, разбирать его тогда, когда... Ну, естественно, разбирать и параллельно записывать видео, так сказать. Чтобы, как говорится, и кому-то было интересно, ну и свой интерес удалить заодно. Потому что у меня раньше... Таких модулей не было. Так, и вот. Сняли вентилятор. Там 4, кстати, болта. Можно тоже откручивать. Кстати, все провода залиты клиентом куда-то. Непонятно куда, кстати. Надо опять какая-нибудь хитрожопой системой. А, нет, хорошо откручивается, даже вот отвертка такой маленький, хорошо откручивается все. Если решили не рисковать, резинку поставили под алюминиевую пластинку. Может, его корпус это плюс. Видимо, внутри никак не защитили лазерный диод. Это самое C-mount, чтобы он не попадал на корпус. Поэтому нужно защищать модуль. Так, молотики вылетели. Главное теперь их не потерять. Так, ну и чё ж. На старт, внимание, поехали. Да, честно говоря, рассчитывал на более масштабную систему. Да, вот просто-напросто рассчитывал на более масштабную систему. То есть не на такую фигню. Вот. То есть здесь стоит типичная склейка, просто стоит склейка. И не больше, не меньше. То есть в таком модуле, можно сказать, в дорогом, стоит обычная склейка. И никаких там вот самых ни на болтиках, ни на чем. А тупо также куча клея. Вот, кстати, вот туда, если поглядеть. Там стоит диод C-mount. Ну, как-то... Ну, хреновски сделано. Вся система это дешево, очень дешево. Не знаю, конечно, сколько здесь диод C-mount. Он на это самое. На... Да, кстати, диод C-mount здесь, кстати, медный. Не знаю, сколько он, конечно, милливатт это самое. Но если уж... C-mount, ну, в медном, ну, на медной подложке стоит, он должен какой-то существенной прям мощности быть. Кстати, мы сейчас давайте включим, поглядим, как он светит так.
Вот именно так же у меня, кстати, была сделана указка ГТ-500 лазерная. Ну, просто сделано. Да. Точнее, просто хрен разберешь, блин. Вот именно так он сделан. Так, и чуй. Чуй еще хочу. Конечно, я хочу его нафиг сломать. И посмотреть, как там вообще все это дело стоит. Какой там кристалл и все такое. Ну чё ж. Старт, внимание, поехали. А, кстати, легко оторвался. Так, надо запомнить, как он стоял. А, хотя, эта штука и вверх. Вот мы запомнили, как он стоял. Кстати, мизерный лазерный диод здесь стоит. Ну, именно, точнее, не лазерный диод, а лазерный кристалл. Тьфу, блядь. Да, лазерный кристалл на лазерном диоде. Просто мелкий стоит. Очень мелкий стоит. Оптоволокна здесь, конечно, что-то не вижу. Походу, его здесь нету. А, нет, есть. Есть маленький кусочек оптоволокна стоит все-таки. Сейчас я вам поближе вам покажу. Ну, дешево. Сделано дешево. Так, вот телефон бы задолбал. Телефон бы. Такой вот мелкий. И вот стоит. А вот кристалл здесь, кстати, реально здоровый. Вот есть как... По моей... Вот по памяти, если вот вспомнить, да, кристалл примерно милливатт на 500 где-то. Выходной мощности. Такой вот здоровенный. Довольно-таки. Вот так. 404 что-то такое. Кристалл, кстати, здоровенный. Точнее, это здесь стоит оптовандат. Кстати, он здесь он, конечно, вклеенный стоит. Да, вклеенный на КТП. Приклеенный он. Вот как-то так сделан этот модуль. Ну, вот лично как по мне. Милливатт 500 напоминает 532 нанометра выходной мощности. Не знаю, конечно, столько или не столько здесь. Вот если по диоду вот судить, да? Ну, может быть, 2000 милливатт здесь. Может быть, и есть, конечно. Хотя что-то маловатый. Маленький сам диод, что-то маловатый очень. И контактов, кстати, не столько много. Хотя вот, если судить по кристаллу, кристалл вроде как будто будет для 500 мВт. Да, конечно, это все дело будет так же собрать. Кстати, собирать назад я его, естественно, уже не буду, потому что это все дело нафиг отвалится. Надо будет опять вроде как его загерметизировать. Все такое. Так, только не пойму, почему медные балдашки он. Кстати, сейчас вот эту штуку кручу попробую. Чтобы вам показать, что там внутри. Не знаю, такой модуль вроде как массивный, здоровый. А что-то как-то сделал.
Ну, херовская взял. Вот здесь линза. Кстати, линза, да? Вроде как будто тоже самое. Как для 500 мВт вот больше используется, которые линзы. Тоже такая здоровенная, кстати, приклеенная герметик тоже. Ну, больше там ничего нету. Как пластмассина? Да. Пластмассина какая-то нафиг. Внутри. Ну, походу, должна она выниматься. Ну, что-то, походу, она... А, нет, вынимается. Смотрите-ка. Вынимается, да. Там цел... Да, там, кстати, целый туннель. Это я так понял. А. Лишний, типа, диафрагма, лишнее излучение. Берет. Чтобы по бокам засветки не было, все такое. Ну, чё ж. Кому интересно было? Модуль... Адаптер здесь, кстати. Такой же, как и у всех. Ну ладно, если кто не смотрел, объясню. Ну, если кто не смотрел мои ролики. Один регулирует мощность элемента LTE, вот этого, внизу которого. То есть, другой регулирует мощность самого диода. А другой, там, который стоит, ну, именно один резистор, другой, который он там стоит, маленький такой, ну, скорее всего, типа... Термореле, что ли, я так думаю. Так, ну что ж, всем пока.